Да. Продолжаем. Обязательным условием является то, что значения артериального давления должны быть, повышенные значения, должны быть получены при трехкратном измерении, произведенных в различное время, в спокойной обстановке, без применения препаратов, влияющих на артериальное давление. То есть мы должны три раза измерить артериальное давление у пациента в различное время, к примеру, там, с интервалом там, неделю или месяц, вот, и определить три раза повышенное артериальное давление выше 140 на 90, и тогда мы можем поставить диагноз артериальная гипертензия. Повышение артериального давления характерно в первую очередь для гипертонической болезни, или ее называют другими словами эссенциальная гипертензия. Это заболевание первично, заболевание сосудов, которое приводит к повышению артериального давления. И для симптоматических гипертензий. Симптоматические гипертензии – это, значит, первично возникает какое-то заболевание, симптомом которого является артериальная гипертензия. Гипертоническая болезнь или эссенциальная гипертензия – это хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление, не связанное с наличием патологических процессов, при которых повышение артериального давления обусловлено известными причинами. В случае, если мы определяем причину повышения артериального давления, то такое состояние называют симптоматической артериальной гипертензией. Эпидемиология. На сегодняшний день артериальная гипертензия – самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы и встречается у каждого четвертого жителя планеты. Наиболее часто артериальная гипертензия встречается у людей развитых стран, которые проживают в развитых странах. Чаще всего встречается у лиц старше 60 лет и чаще всего у мужчин. На сегодняшний день артериальная гипертензия является основной причиной возникновения таких осложнений, таких заболеваний, как инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, почечной и сердечной недостаточности. То есть причина инсульта, причина и возникновение инфаркта миокарда является артериальная гипертензия, а также является причиной возникновения почечной очень часто и сердечной недостаточности. Какие факторы риска существуют при развитии артериальной гипертензии? Есть факторы немодифицированные, а есть факторы модифицируемые. Немодифицируемые – те факторы, на которые повлиять нельзя. Я уже говорил, что артериальная гипертензия встречается у людей старшего возраста, после 60 лет, у мужчин после 50 лет. Мужской пол чаще в два раза, чем у женского встречается артериальная гипертензия. Очень часто генетическая предрасположенность влияет на развитие этого заболевания. И у людей африканской расы уже доказано путем многочисленных многоцентровых исследований, что гипертензии подвержены в основном в большинстве случаев люди африканской расы, негроидной расы. И есть факторы модифицируемые, это курение и артериальная гипертензия очень тесно взаимосвязаны, потому что никотин приводит к спазму сосудов, и если человек хронически постоянно курит, у него постоянно развивается спазм сосудов, который в итоге приводит к стойкому вот сосудистому спазму и повышению артериального давления. Очень частые психоэмоциональные стрессы способствуют повышению артериального давления. Люди, которые очень много нервничают, у них тоже возникает выброс гормонов симпатоадреналовой системы, возникает стойкий вазоспазм, который в итоге выливается в повышенное артериальное давление. Избыточная масса тела является тоже фактором развития артериальной гипертензии, потому что если повышается масса тела, соответственно, нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается, тоже возникает стойкий вазоспазм, который в итоге заканчивается стойким повышением артериального давления. Нарушение углеводного обмена и липидного обмена, в общем-то, по большому счету, они связаны с избыточной массой тела в большинстве случаев. Это повышенный уровень холестерина, повышенный уровень сахара,
на сегодняшний день ассоциируется с повышением артериального давления. Малоподвижный образ жизни – то же самое. Употребление большого количества соли, алкоголя и кофе приводит к стойкому спазму сосудов и стойкому повышению артериального давления. На сегодняшний день артериальную гипертензию, патогенез артериальной гипертензии можно представить следующим образом. Вы знаете, что у человека существуют факторы, которые влияют на сосудистую стенку. Есть факторы, которые приводят к сокращению и спазмированию сосудов, так называемые вазопрессорные факторы. И есть факторы, которые приводят к расслаблению сосудистой стенки, так называемые вазодилатирующие факторы. Так вот, патогенез в целом, если так представить, артериальной гипертензии, можно представить следующим образом. Это дисбаланс между вазопрессорными и вазодилатирующими факторами. То есть, когда превалируют вазопрессорные факторы, возникает повышение, возникает спазм сосудов и возникает повышение артериального давления. Какие вазопрессорные факторы мы с вами знаем? Во-первых, это гормоны ренин, ангиотензин, альдостероновой системы. Ангиотензин 2 или альдостерон являются вазопрессорными факторами. Во-вторых, это гормоны симпатической нервной системы, катехоламины, адреналин и норадреналин. Во-третьих, это оксид азота. Вот я говорил, что дисфункция эндотелия, снижение выработки оксида азота приводит к уменьшению, вернее, к увеличению спазма сосудов и возникновению артериальной гипертензии. Ну, естественно, эта задержка экскреции натрия и воды в организме тоже приводит к увеличению перегрузки организма жидкостью и увеличению артериального давления. К вазодилатирующим факторам относят натриуретические пептиды, это мозговой предсердный натриуретический пептид, это оксид азота, который вырабатывается в эндотелии сосудов. Это простагландины, тоже способствующие расслаблению сосудистой стенки, гладкой мускулатуры сосудистой стенки. И это гормоны калликреин-кининовой системы. Ну, в целом, вот еще на схеме можно увидеть, как это все выглядит. Вот если представить себе те факторы, о которых мы с вами говорили, вот частые стрессы, повышенная масса тела, употребление алкоголя, никотина, кофеина в большом количестве, употребление большое количество соли, если человек кушает, очень любит вкусно покушать, употребляет в пищу большое количество поваренной соли. Все это приводит к тем последствиям в виде задержки жидкости в организме, в виде повышения активности симпатической нервной системы, повышения активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, выделения ренина, ангиотензина 1, ангиотензина 2 и альдостерона, гиперинсулинемии и дисфункции эндотелия. Это в итоге ведет к повышению сократимости миокарда, повышению тонуса гладкой мускулатуры сосудов, повышается венозный тонус, спазмируются артерии, артериолы, изменяется их стенка, развивается дисфункция эндотелия. И все это в итоге выливается в повышенное артериальное давление. Если это все хронически у человека, человек хронически нервничает, человек имеет избыточную массу тела, от которой не может избавиться, человек употребляет алкоголь хронически, систематически, курит, кофе пьет, употребляет большое количество натрия, хлорида, вкусная пища, вся подсоленная, это колбаса, это консервированные различные продукты. Все это хронически воздействует на сердечно-сосудистую систему и приводит к стойкому повышению артериального давления. Симптоматические гипертензии. Симптоматические гипертензии, как я уже говорил, это гипертензия, обусловленная причиной, различными причинами, которые известны, которые мы можем определить, которые мы можем выявить. Значит, существует ряд причин, которые могут приводить к артериальной гипертензии. Во-первых, это ренальные причины, связанные с заболеваниями почек. Почки регулируют в организме водно-солевой обмен. При заболевании почек происходит задержка выделение жидкости, задержка выделения соли и повышается артериальное давление. В почках происходит выделение синтез гормона ренина,
Соответственно, при заболевании почек увеличивается синтез гормона ренина, активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система, приводит к повышению артериального давления. Существует три вида ренальной гипертензии. Это ренопаренхиматозная, когда возникает первичное заболевание почек, такие как гломерулонефрит, пилонефрит, почечные аномалии и так далее. Существует ренальная, вазоренальная гипертензия. Это вследствие сужения, стеноза, тромбоза почечных артерий. То есть проблема с артериями почек, которые приносят кровь к почкам. И, соответственно, в результате уменьшения кровообращение в почках выделяется ренин, который направлен на то, чтобы повысить артериальное давление, чтобы улучшить кровообращение. То есть как бы организм понимает, раз почки, в почку поступает меньший объем крови, соответственно, нужно увеличить сосудистый тонус, повысить сосудистый тонус, повысить артериальное давление, тем самым улучшить кровообращение. Но в итоге это оборачивается уже совсем другими заболеваниями, осложнениями. И третий вид симптоматической ренальной гипертензии – это ренопривная после нефроэктомии у тех людей, у которых убирается или удаляется почка или часть почки, в этом случае тоже возникает артериальная гипертензия. И еще к симптоматическим относят под цифркой 2, это кардиальные причины возникновения симптоматической артериальной гипертензии вследствие атеросклероза, атеросклероз аорты, коарктация аорты, вследствие недостаточности аортального клапана, поражения атеросклерозом, возникает повышение артериального давления, то есть повышается, склеротические изменения в сосудистой стенке, в клапанах, которые изменяется гемодинамика, если это говорим о клапанах, и все эти, получается, причины повышения артериального давления направлены на то, чтобы изменить гемодинамику в лучшую сторону. То есть, повышая артериальное давление, организм как бы способствует, он понимает о том, что ему нужно улучшить гемодинамику, и тем самым, повышая давление, повышает кровообращение, как бы улучшает, но это все оборачивается в итоге потом развитием сердечной недостаточности. Еще одни причины, которые ведет к стойкому повышению артериальной гипертензии, это эндокринные, это целая группа заболеваний эндокринных желез, результатом которых является стойкое повышение артериального давления. Это заболевание щитовидной железы, это заболевание надпочечников, болезни Ценка-Кушинга, гиперкортицизм. Это гиперальдостеронизм, синдром Кона и болезнь Кона, феохромоцитома, опухоль надпочечников. Это заболевание гипофиза, акромегалия. Вот эти все заболевания, это группа эндокринных заболеваний, которые связаны с изменением гормонов внутренней секреции. И в этом случае при изменении выделение гормонов происходит повышение артериального давления. Ну и группа ятрогенные причины – это прием различных препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные средства, гормональные контрацептивы у женщин, различные глюкокортикоидные препараты, вот преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазон, которые сейчас используют очень широко, ведут к повышению артериального давления. Если препараты эти использовать длительно, длительный прием приводит к длительному стойкому повышению артериального давления. Ну и прием сосудосуживающих препаратов. Критерии Всемирной организации здравоохранения. Акцентирую ваше внимание, важный этот слайд, что оптимальным является давление систолическое 120 и менее, диастолическое 80 и менее. Нормальным считается давление от 120 до 130 и диастолическое от 80 до 85 миллиметров ртутного столба. Высоким нормальным артериальным давлением считается давление 130-139 для систолического артериального давления и 85-89 для диастолического артериального давления. Все, что выше 140 и 90 миллиметров ртутного столба, считается уже артериальной гипертензией. И далее, согласно классификации,
мягкая степень артериальной гипертензии или первая степень считается давление от 140 до 159 для систолического артериального давления, от 90 до 99 для диастолического артериального давления. Вторая степень артериальной гипертензии или умеренная гипертензия считается систолическое давление от 160 до 179 и диастолическое от 100 до 109 мм ртутного столба. Ну и тяжелая степень, третья степень, выраженная гипертензия или тяжелая гипертензия считается систолическое давление 180 и выше, диастолическое 110 и выше. Ну, еще бывает один вид гипертензии, это изолированная систолическая, когда повышается только лишь систолическое артериальное давление более 140 на 90 мм ртутного столба, диастолическое 90 и ниже. Теперь давайте с вами поговорим об диагностике гипертензии. Я уже сказал, что диагностика гипертензии основывается на измерении артериального давления троекратно, три раза в разное время, и в покое обязательно, и без приема каких-либо препаратов, влияющих или изменяющих артериальное давление. Так вот, еще существует ряд, скажем так, требований к измерению артериального давления. Это очень важно, потому что некоторые люди, это очень важно для многих людей, особенно там, если это профессии, связанные с определенным риском, такие как летчики, пилоты, например, водители большегрузных автомобилей, машинисты. У них это очень строго, потому что повышенное артериальное давление создает риск не только для этого человека, но и для людей, например, которые, скажем так, сопряжены с работой данного человека. Например, если человек ведет самолет, он пилотирует лайнер крупный, и у него повышается давление, то в момент, например, пилотирования с этим человеком может что-то произойти, и пострадает не только он, но и пострадают люди, которые с ним связаны, летят в одном самолете. Поэтому здесь очень важно учитывать те требования, которые предъявляются для измерения артериального давления. Я уже говорил, что артериальная гипертензия нужно измерять в покое. Почему? Потому что после физической нагрузки артериальное давление может повышаться. Это нормально. Это нормально. Если человек физически работает, у него повышается давление, связанное в первую очередь с улучшением кровоснабжения. Это как бы реакция организма на улучшение, для улучшения кровоснабжения и улучшения оксигенации тканей. Но после того, как человек останавливается, 10 минут отдыхает, давление у него должно прийти в норму. Так вот, артериальное давление измеряется в положении сидя или лежа после 10-минутного покоя, когда человек находится в спокойном состоянии. Если у него тяжелая физическая нагрузка была, к примеру, человек поднялся на 9 этаж, или очень сильно понервничал, то мы отдых можем увеличить до 15-30 минут. Перед измерением артериального давления нельзя курить в течение 30 минут. Обязательно воздержаться от приема кофе и крепкого чая в течение часа, потому что кофеин, который содержится в этих напитках, приводит к повышению тонуса сосудов и, соответственно, к повышению артериального давления. Иногда бывает так, что человек выпил кружку чая крепкого или крепкого кофе, и у него повысилось артериальное давление, участился пульс и так далее. Естественно, данные будут недостоверны. Ноги при измерении артериального давления не должны быть скрещены, ступни должны находиться на полу, а спина должна опираться на спинку стула. То есть больной или человек, у которого мы измеряем артериальное давление, должен находиться в спокойном, комфортном состоянии. Тогда мы сможем определить истинное артериальное давление. Давление мы измеряем тонометром, который состоит из манжеты, нагнетателя и непосредственно самого измерительного прибора, тонометра, который крепится на манжету, или можно его на стол положить для того, чтобы по шкале определить уровень артериального давления.
Манжета, важно, что манжета накладывается на уровне сердца. Ее нижний край должен быть на 3-4 сантиметра выше локтевого сгиба и затягиваться так, чтобы между манжетой и рукой можно было засунуть один палец исследуемого. То есть он может неплотно манжета быть наложена, и тогда будет давление тоже не совсем правильное, то есть если она будет болтаться. И если она будет зажата, плотно руку затягивает, тоже будет давление неправильно измерено. Поэтому мы должны наложить манжету, затягивая ее таким образом, чтобы можно было засунуть один палец под манжету. Манжету мы быстро накачиваем до величины давления на 30-40 мм ртутного столба, превышающий уровень исчезновения тонов короткого. То есть мы накачиваем манжету, при этом измеряем, не измеряем, а ставим стетоскоп на локтевую ямку, и как только мы перестаем слышать тоны короткого, тоны биения сердца на 30-40 мм ртутного столба, мы останавливаем нагнетание воздуха. И после того, как мы остановились, мы начинаем медленно выпускать воздух со скоростью 2 мм ртутного столба в секунду. Медленно выпуская, открывая клапан, выпуская воздух, мы слушаем опять появление тонов короткого. Это будет верхнее давление или систолическое. И нижнее, когда тоны короткого полностью исчезнут. Вот это две точки, которые мы должны с вами отметить на шкале нашего манометра. Учет артериального давления проводится с точностью до 2 мм ртутного столба. Артериальное давление измеряют не менее 3 раз с интервалом 2-3 минуты. Мы 3 раза должны померить артериальное давление на приеме у человека, когда человек к нам пришел на прием. И во время первого осмотра артериальное давление измеряют на обеих руках. Мы сначала на правой, потом на левой, а затем на той, где давление было выше. Может быть такая ситуация, что на правой руке давление выше. Может быть такое бывает, потому что человек правой рукой работает больше, правая рука рабочая, поэтому давление там может быть на 10-15 мм ртутного столба выше, чем на левой. Так вот, мы сначала измеряем на правой, потом на левой, потом возвращаемся на той руке, где давление выше. Если на левой руке выше, значит измеряем повторно на левой руке. Чем опасна артериальная гипертензия? Артериальная гипертензия опасна не собственно повышением артериального давления, потому что организм человеческий привыкает к повышению давления, и многие люди годами ходят с повышенным артериальным давлением, не ощущая его, привыкая к этому и не замечая это. Значит, артериальная гипертензия опасна поражением органов-мишеней так называемых. Органы-мишени – это органы, которые поражаются при артериальной гипертензии. Какие это органы? Это головной мозг, это глаза, сетчатка глаза, это сердце и аорта, крупные сосуды, и это почки. Если вы представите, что вот мы перечислили эти органы наиболее важные для человека. Головной мозг, понимаете, что действительно он рулит, получается, всеми процессами в организме. Сердце и аорты, крупные сосуды, несут кровь, сердце насосную функцию выполняет, перекачивает кровь по всему организму. Очень важная функция. Ну а почки, выделительная функция, выделяет все продукты метаболизма, выделяет различные шлаки, регулирует водно-солевой баланс, кислотно-основной баланс и так далее. То есть очень важные органы у человека поражаются при повышенном артериальном давлении. Ну и соответственно, по поражению этих органов мы классифицируем артериальную гипертензию по стадиям. По степеням тяжести мы уже с вами сказали. Первая, вторая, третья степень тяжести в зависимости от цифр артериального давления. А вот по стадиям, стадии зависят от поражения органов-мишеней. Первая стадия гипертензии – это когда нет поражения органов-мишеней. Просто есть повышение артериального давления.
Вторая стадия гипертензии – это когда появляются начальные признаки поражения органов мишеней. То есть давление плюс признаки поражения головного мозга, сердца, сосудов глаз и почек. И третья стадия – это когда наблюдаются сосудистые катастрофы, так называемые. Это тяжелое поражение органов мишеней. Тяжелое поражение органов мишеней. Поражение мозга тяжелое, поражение сердца, поражение почек и сетчатки глаз. Какие могут быть поражения головного мозга? При второй стадии артериальной гипертензии у человека наблюдается сосудистая энцефалопатия, проявляющаяся снижением памяти, проявляющаяся расстройством иногда психики, расстройством мышления. Вот. И третья стадия артериальной гипертензии – это когда возникают катастрофы сосудистые, проявляющиеся нарушением мозгового кровообращения. Это ишемический или геморрагический инсульт, это острая гипертензивная энцефалопатия и это эклампсия – отек головного мозга. Это тяжелое поражение головного мозга, которое наблюдается в третьей стадии артериальной гипертензии. Поражение сетчатки глаза – при второй стадии наблюдается спазм сосудов сетчатки глаза, так называемые симптомы салюс по имени автора, который их описал. А третья стадия гипертензии, когда наблюдается отслойка сетчатки, кровоизлияние в сетчатку, гемофтальм и непосредственно получается отек зрительного нерва и некроз на сетчатке. Поражение сердца и сосудов, вторая стадия гипертензии, появляется гипертрофия миокарда левого желудочка. То есть, когда у человека с артериальной гипертензией наблюдается поражение левого желудочка, развивается его гипертрофия, изменение границ относительной сердечной тупости, мы говорим, что здесь вторая стадия. А если у человека уже развивается инфаркт миокарда, появляется сердечная недостаточность или же расслаивающая аневризма аорты, мы говорим о третьей стадии сердечной артериальной гипертензии. Поражение почек при артериальной гипертензии. Вторая стадия наблюдается микроальбуминурия, то есть появление белка в моче и снижение скорости клубочковой фильтрации до 50 мл в минуту. И третья стадия – это появляется протеин, не просто альбуминурия, а протеинурия. Это уже белок большей молекулярной массы. И появляется стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации менее 50 мл в минуту. То есть возникает уже почечная недостаточность. Клинические проявления артериальной гипертензии. Какие жалобы предъявляет больной с повышенным артериальным давлением? Но мы понимаем, что больной не может жаловаться на повышенное артериальное давление как таковое, потому что человек, во-первых, сам себе давление измерить не может, и по большому счету больной не понимает, не знает, какие цифры нормального давления, то есть он по большому счету не может связать свои жалобы с повышением артериального давления. Но тем не менее, он может жаловаться на головную боль, преимущественно в затылочной области, головокружение, тошноту, рвоту, шум в ушах, нарушение или потерю зрения, снижение остроты зрения, различные невротические реакции, бывают иногда даже кровотечения, в частности носовые. Больных с повышенным артериальным давлением беспокоят боли в области сердца. Очень часто возникают сердцебиение, аритмия в работе сердца и одышка, связанная с сердечной недостаточностью. Вот в совокупности вот эти жалобы дают нам основания для измерения артериального давления несколько раз, наблюдение за этим больным, и в итоге мы устанавливаем диагноз или гипертоническая болезнь, если мы не выявляем причины повышения артериального давления, или же симптоматическая артериальная гипертензия, но в этом случае мы с вами должны установить причину повышения этого артериального давления. При обследовании больного мы выявляем, у которого повышенное артериальное давление, очень часто гиперемию лица,
Очень часто выявляем у больного избыточную массу тела. При перкуссии, определении границ относительной сердечной тупости мы выявляем признаки гипертрофии левого желудочка, смещение верхушечного толчка влево, и граница сердца будет смещена влево больше к средней ключичной линии или же даже выходить за границы средней ключичной линии влево. Дальше. Увеличение и наполнение и частоты пульса, и при аускультации мы выявляем акцент второго тона над аортой. Когда мы выполняем электрокардиографическое исследование, мы определяем признаки гипертрофии левого желудочка. Это смещение электрической оси сердца влево. Как это выглядит, я уже говорил неоднократно. Максимальное значение зубца R, он максимально выражен в первом стандартном отведении и в V5-V6 грудных отведениях. Также мы видим глубокий S, расширенный глубокий S в третьем стандартном отведении. Смотрите, вот видите здесь на кардиограмме вот глубокий расширенный зубец S. И в первом и втором грудных отведениях V1, V2. Очень часто гипертрофия левого желудочка сопровождается блокадой левой ножки пучка ГИСа. УЗИ признаки артериальной гипертензии – это признаки поражения левого желудочка. Толщина задней стенки левого желудочка становится более 1,1 сантиметра, становится расширенная, утолщается. И межжелудочковая перегородка тоже утолщается, становится более 1 сантиметра. Толщина межжелудочковой перегородки более 1 сантиметра. Также возможна дилатация левого желудочка, увеличение конечно-диастолического размера КДР, конечно-систолического размера КСР и конечно-диастолического и систолического объемов левого желудочка. Возникновение сердечной недостаточности проявляется снижением сократительной способности миокарда менее 50% и появление участков гипокинезии и дискинезии миокарда левого желудочка. Это все видно при ультразвуковом исследовании. Также артериальная гипертензия протекает с различными вариантами. Значит, и очень часто возникает такое явление, как гипертонический криз. Клиника гипертонического криза – это быстрый и значительный подъем артериального давления. Сопровождается это все ухудшением общего состояния, появляется выраженная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, может быть ухудшение зрения. Возможно, если у человека есть ишемическая болезнь сердца, обостряется ишемическая болезнь сердца. То есть, если у человека была ИБС, стенокардия, то во время гипертонического криза может развиться инфаркт. Также может развиться инсульт во время гипертонического криза. Может развиться острая левожелудочковая недостаточность, отек легких и отек головного мозга. То есть, все это может закончиться очень печально. Гипертонические кризы бывают двух видов. Это осложненные, которые протекают с грубым поражением органов мишени. То есть во время криза у человека развился инсульт или левожелудочковая недостаточность, или острый инфаркт миокарда, энцефалопатия гипертензивная и так далее. То есть проявления очень серьезные и осложнения могут закончиться летальным исходом. И гипертонический криз может быть неосложненным, когда никаких изменений во время повышения артериального давления, давление подскочило, никаких изменений или минимальные могут быть со стороны органов мишени. Какие методы обследования мы с вами должны соблюдать, план обследования при выявлении больного с артериальной гипертензией? Ну, во-первых, мы собираем жалобы анамнез. Мы уже с вами говорили. Дальше мы собираем
данные физикального обследования, это проводим аускультацию сердца, сосудов шеи, почечных артерий, проводим определение границ относительной сердечной тупости. Далее мы проводим измерение артериального давления на обоих руках, проводим обследование больного, делаем лабораторное обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, проба по Нечипаренко, для того, чтобы выявить изменения со стороны почек и первично, если выходить на заболевание почек. Определение проводим креатинина, скорости клубочковой фильтрации, определяем сахар, калий, натрий в организме, холестерин, триглицериды, обязательно проводим исследование кардиограммы, обязательно проводим офтальмоскопию глазного дна, то есть консультацию офтальмолога, и обязательно делаем УЗИ сердца и почек. Это стандарт обследования больного с артериальной гипертензией. То есть мы с вами должны, во-первых, выявить изменения, которые наблюдаются в связи с повышенным артериальным давлением, а во-вторых, постараться выяснить причину повышения артериального давления. То есть мы с вами говорили, что могут быть причины, это и ренальные, в первую очередь, это кардиальное, это эндокринное и так далее. То есть мы выясняем, делаем скрининговое такое обследование по органам и системам для того, чтобы выявить причину повышения артериального давления. Если у нас никаких не наблюдается отклонений, то есть все по большому счету у человека нормально, единственное только повышенное артериальное давление, то мы пока ставим ему артериальную гипертензию, гипертоническую болезнь, эссенциальную гипертензию, поскольку причины мы не выявляем. А в дальнейшем, если выясняется, что все-таки была причина повышения давления, заболевание почек или заболевание сердечно-сосудистой системы, мы вправе изменить диагноз на симптоматическую артериальную гипертензию. Но, еще раз говорю, симптоматическая гипертензия по большому счету для больного не принципиальна. Почему? Потому что давление у него есть. И те осложнения, о которых мы с вами сказали сегодня, это поражение органов мишеней, могут все равно развиться у человека. Гипертонические кризы могут быть проявлением как гипертонической болезни, так и симптоматические гипертензии. Просто мы уже более детально, когда проводим обследование, более детально можем, скажем так, найти причину для причину повышения артериального давления. Ну и в конце хочу обратить внимание на принципы лечения артериальной гипертензии. Сначала, в первую очередь, до назначения лекарственных препаратов мы должны попытаться изменить образ жизни пациента. Модификация образа жизни стоит на первом месте. Это увеличить физическую активность, избегать стрессов, снизить массу тела. Это в первую очередь, что мы должны рекомендовать больному. Отказ от курения, от употребления кофе, от употребления алкоголя, употребление поваренной соли. Все это мы должны проговорить и постараться убедить больного изменить свой образ жизни. К сожалению, это сделать очень сложно. Очень мало людей, которые прислушиваются и хотят что-то менять в своей жизни. Вот. Они любят приятно, вкусно кушать, меньше двигаться, ездить на машине, употреблять кофе, курить и так далее. Поэтому таких людей, которые, скажем так, сразу с первого раза изменяет образ жизни, очень мало, к сожалению. Но, тем не менее, они есть. И все равно мы должны больным объяснять, как они должны себя вести, как они должны, что они должны кушать и что они должны делать. Ну и, естественно, если у человека происходит изменение, как говорится, сознания, он начинает вести правильный образ жизни, у многих артериальная гипертензия действительно проходит, то есть давление нормализуется, человек снижает массу тела, прекращает пить кофе, алкоголь, питается правильно, и давление у него стабилизируется. Если же этого не происходит, мы назначаем препараты, антигипертензивные препараты, которые воздействуют вот на те звенья патогенеза, о которых мы с вами говорили в начале лекции. Это прием мочегонных средств для того, чтобы уменьшить объем циркулирующей крови и снизить
артериальное давление, соответственно. Это назначение бета-адреноблокаторов, которые блокируют бета-рецепторы и уменьшают выделение гормонов симпатоадреналовой системы. Это блокаторы кальциевых каналов, которые блокируют кальциевые каналы в клетках гладкой мускулатуры сосудов, тем самым приводя к расслаблению этих мышечных волокон. Это ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, которые блокируют ангиотензин 2 и альдостерон. Это непосредственно блокаторы рецепторов ангиотензина 2, которые тоже блокируют ангиотензин 2 и альдостерон, и альфа-1 адреноблокаторы. Все эти препараты назначаются как в виде монопрепаратов, но при наличии уже, допустим, высоких цифр гипертензии назначаются в виде комбинаций. Но на комбинациях мы сейчас не будем останавливаться, это вы уже дальше на старших курсах будете изучать. Пока мы только говорим о принципах лечения артериальной гипертензии. Ну, идем дальше, переходим к следующей проблеме, к следующему заболеванию, это, которое мы сегодня должны с вами тоже разобрать. Это ишемическая болезнь сердца, или кратенько ИБС, инфаркт миокарда. Ишемическая болезнь сердца – это заболевание, обусловленное острым или хроническим несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой. То есть связанное с нарушенным коронарным кровообращением. Сердце – это, как любой орган, кровоснабжается, и при усиленном работе сердечной мышцы, соответственно, нужно больше кислорода. А сердце кровоснабжается коронарными артериями, через коронарные артерии поступает кровь к сердечной мышце, соответственно, поступает кислород к сердечной мышце. И если наблюдается проблема с коронарными артериями, нарушенный коронарный кровоток, то, соответственно, сердечная мышца получает меньше крови и меньше кислорода. И когда возникает проблема, в сердечной мышце, возникает проблема в сердечной мышце, то есть острая нехватка кислорода, возникает некроз, и мышца гибнет, развивается острая сердечная недостаточность, и человек может умереть. В 96% случаев ишемическая болезнь сердца обусловлена атеросклерозом. Атеросклероз коронарных артерий является основной причиной возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда. Ишемическая болезнь сердца на сегодняшний день является главной причиной смерти населения в мире. Вот уже это доказано многочисленными исследованиями. Вот, и все факторы ишемической болезни сердца, как и артериальной гипертензии, делятся на немодифицируемые и модифицируемые. Немодифицируемые эндогенные, модифицируемые экзогенные. Немодифицируемые, как и при артериальной гипертензии, является возраст. Это лица старше 60 лет, это пол, в первую очередь мужской. Это наследственность. Очень часто наследственность прослеживается при развитии ишемической болезни сердца. И модифицируемые факторы – это курение, это повышенный уровень липидов, холестерина, триглицеридов в крови. Это артериальная гипертензия, вот она уже относится к модифицируемым факторам здесь. Сахарный диабет, ожирение и малоподвижный образ жизни. Ишемическая болезнь сердца делится на 5 таких вот больших групп. Это внезапная коронарная смерть. Это стенокардия, которая бывает, делится на 2 подгруппы, стабильная стенокардия напряжения и нестабильная стенокардия. Третье – это острый инфаркт миокарда, это то заболевание, о котором мы сегодня с вами будем говорить. Это кардиосклероз и безболевая ишемия миокарда. Инфаркт миокарда – это ишемический некроз сердечной мышцы, развивающийся в результате острой недостаточности коронарного кровообращения. То есть инфаркт миокарда – это уже некроз, это уже гибель волокон мышцы, сердечной мышцы в результате острого коронарного
проблемы с острым коронарным кровотоком. Основная причина, я уже сказал, инфаркта миокарда – это атеросклероз коронарных артерий. Атеросклеротические бляшки образуются в стенке артерии, препятствуя кровотоку, создают условия для гипоксии сердечной мышцы. И если мышце надо увеличить силу сердечных или частоту сердечных сокращений, соответственно, ей требуется больше кислорода, а вот эта атеросклеротическая бляшка перекрывает просвет артерии, соответственно, артерия не может в должной области, в должной мере обеспечить кислород вот этой вот ишемической области, поэтому возникает некроз сердечной мышцы или инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда возникает в результате эмболии, может возникнуть в результате эмболии коронарных артерий, это при инфекционном эндокардите или появлении внутрижелудочковых тромбов. Последние годы резко возросла заболеваемость инфарктом миокарда, особенно у людей молодого и среднего возраста. То есть инфаркт миокарда значительно помолодел. Если раньше мы говорили лет еще 30-40 назад, что инфаркт миокарда – это удел людей старческого и пожилого возраста, то на сегодняшний день очень часто инфаркты миокарда встречаются у людей и моложе 40 лет. Моложе 40 лет. Общая смертность инфаркта миокарда остается очень высокой, достигая порядка 50% от общего числа заболевших. И общие около трети больных с инфарктом миокарда погибают в течение первых суток, в основном до госпитализации. Поэтому эта проблема очень острая, и на этой проблеме мы делаем акцент. Патогенез инфаркта миокарда – это образование атеросклеротической бляшки, как я уже говорил. Вот внизу в уголочке вы видите процесс образования этой атеросклеротической бляшки. Сначала происходит поражение эндотелия сосудов, то есть возникает эндотелиальная дисфункция. Если вы помните, когда мы говорили о артериальной гипертензии, мы уже говорили об эндотелиальной дисфункции. Затем, если у человека повышен холестерин, то кристаллы холестерина и триглицеридов начинают откладываться в месте повреждения эндотелия, образуя так называемую бляшку. Бляшка эта формируется несколько, годами, скажем так, формируется несколько лет, постепенно перекрывая, уменьшая диаметр сосуда, ну и при этом в стенке сосуда возникает развитие соединительно-тканных волокон, возникает такой сосуд становится плотным, теряет свою эластичность и не может уже изменять свой просвет, не может изменять диаметр сосуда. Ну а в дальнейшем бляшка эта постепенно начинает разрушаться, наблюдается надрыв, изъязвление липидного ядра бляшки, и в этом случае, в этом месте, там, где начинает бляшка разрушаться, происходит активация факторов свертывания и образуется тромб. Образуется тромб, то есть по большому счету как бы организм нацелен на то, чтобы предотвратить кровотечение, потому что если наблюдается разрыв бляшки, наблюдается разрыв стенки сосуда и, соответственно, может произойти кровотечение. То есть организм понимает это как аварию, и для того, чтобы авария эта не произошла, нужно попытаться как-то тромбировать вот этот участок. Но, соответственно, если происходит образование тромба в сосуде, у которого просвет которого уже значительно уменьшен, и сосудистая стенка потеряла свою эластичность, то есть сосуд расшириться не может, и в этом месте образуется еще тромб, естественно, тромб способствует прекращению кровообращения в этом сосуде. Ну а прекращение кровообращения, допустим, в коронарном сосуде ведет к тому, что сердечная мышца прекращает получать кислород и кровь. И возникает такое явление, такое заболевание, как инфаркт миокарда. Клинические особенности инфаркта миокарда.
Ну, я еще хочу сказать, что очень часто к инфаркту миокарда, мы уже с вами говорили, приводит повышенное артериальное давление. То есть тогда, когда давление повышено, то есть, естественно, в этом случае возникает повышение потребности миокарда в кислороде, и, соответственно, как бы организм старается улучшить кровоснабжение миокарда, но тем самым вот, происходит изменение реологических свойств крови, изменение активности тромбоцитов, формирование тромба и быстрее развивается инфаркт миокарда. Поэтому у больных с артериальной гипертензией, мы с вами уже говорили в начале лекции, очень высокий риск возникновения инфаркта миокарда. Клинические особенности течения инфаркта миокарда. В течении выделяют 5 стадий. Ранняя стадия – это стадия приступа ишемии, которая длится от нескольких минут до получаса. Возникает сначала ишемия, потом возникает острейшая стадия инфаркта миокарда, которая длится от нескольких часов до 3 суток. Острая стадия длится от нескольких суток до 3 недель. Подострая стадия порядка 1-3 месяца длится, и стадия рубцевания подострый постинфарктный кардиосклероз длится до нескольких лет. Ранняя стадия инфаркта миокарда – это стадия ишемии, то есть сначала тромбозу, вернее сначала некрозу предшествует ишемия. Ишемия, связанная с появлением, формированием тромба в стенке коронарной артерии и уменьшением коронарного кровотока. Эта стадия проявляется интенсивной болью за грудиной, которая иррадиирует в левую руку, в левое плечо, в лопатку, шею и в межлопаточное пространство, а также в нижнюю челюсть с левой стороны. Очень часто эта боль связана с физической или эмоциональной нагрузкой, повышением артериального давления. То есть возникает возникающая боль связана с повышением физической нагрузки, с эмоциональной нагрузкой и повышением артериального давления. На кардиограмме в этом случае наблюдается изменение сегмента СТ, его депрессия, имеется в виду сегмента, или же подъем относительно изоэлектрической линии. Сегмент СТ – это участок кардиограммы между зубцом С и зубцом Т. Так вот, этот сегмент в норме должен быть на изоэлектрической линии. Вот это такая вот гипотетическая линия практически на кардиограмме. Вот пунктиром она показана, относительно которой происходит запись электрокардиограммы. Так вот, изменение сегмента СТ, повышение его или снижение более чем 1 мм характерно для ишемии. Ну вот, очень хорошо здесь видна ишемия. В1 подъем сегмента СТ, В2 подъем сегмента СТ, В3. Вот эти три, получается, отведения, где очень четко видны изменения сегмента СТ. Остальные, в остальных отведениях сегмент СТ лежит на изоэлектрической линии. Чем характерен приступ стенокардии? Тем, что при купировании его, если человек вовремя получает медикаментозную помощь, то кровообращение восстанавливается, и данные клинические проявления исчезают, и данные изменения на кардиограмме тоже исчезают. То есть идет восстановление кровообращения в ишемизированном участке миокарда, и по большому счету все вот эти вот проявления исчезают. Но это если вовремя остановить приступ ишемии, если вовремя оказать медикаментозную помощь, если еще какие-то изменения в коронарных артериях обратимы, то есть тромб еще не сформировался, сосуд полностью не перекрылся, или мы вовремя начали лечебное мероприятие, то есть мы восстановили коронарный кровоток, мы успели помочь больному. Эти изменения обратимы. Острейшая стадия от нескольких часов до 1-3 суток. То есть если мы по большому счету не повлияли
на коронарный кровоток, или больной не принял никакого лечения самостоятельно, то боль продолжается, соответственно, наступает уже ишемия, постепенно начинает заменяться некрозом, то есть ишемический участок постепенно гибнет, вот эти вот миокардиоциты, возникает некроз, боль усиливается, интенсифицируется. Больные жалуются на очень сильную, мучительную, жесткую боль, сжимающего характера, даже распирающего. В некоторых случаях больной может по-разному описать эту боль. И очень часто у больного возникает страх смерти. То есть он начинает уже метаться, он начинает нервничать, он начинает переживать. Очень характерно то, что в этой стадии боль уже не купируется ни покоем, ни нитроглицерином. Больной принимает препарат нитроглицерин или нитрат, соответственно, и никакой на это реакции со стороны организма нет. Естественно, это все усугубляет клиническую картину. Больной начинает нервничать, у него начинают выделяться гормоны, вот катехоламины, он переживает, нервничает, соответственно, состояние его этим усугубляется, потому что катехоламины приводят к повышению артериального давления, катехоламины приводят к увеличению сердечных сокращений, то есть картина как бы еще ухудшается. У больных развивается одышка, головокружение, сердцебиение, продолжительность боли могут боли достигать и 40-60 минут, иногда даже и в течение суток. Это состояние называется статус ангинозус. Вот. В начале этого периода изменения в сердечной мышце еще обратимы, но то есть если мы, в тромб уже сформировался, но если мы вовремя, получается, введем препараты, тромболитики и разрушим этот тромб, то нам еще возможно восстановить коронарный кровоток. Но это только лишь в начале этой стадии. Где начало, где конец, сказать очень сложно. И попасть вот в эту стадию и помочь больному очень-очень-очень сложно. Вот. Конечно, мы в любом случае вводим больному тромболитики, но не факт, что мы восстановим кровообращение, не факт, что мы тромболитики смогут разрушить тромб быстро и привести к восстановлению кровотока. Если некроз уже начался, ну, возможно, скажем так, его уменьшить, ограничить, восстановив кровоток, но опять-таки это очень, скажем так, проблематично и очень сложно. В острейшей стадии наблюдается, я уже говорил, выраженное возбуждение, двигательное беспокойство. Больные очень сильно переживают. У них отмечается бледность кожных покровов, слабость, развивается цианоз губ, похолодание и выраженная потливость, холодным потом покрываются. Головокружение возникают, клинические проявления сердечной недостаточности, связанные с одышкой, с гипоксией, вот. И очень часто в этой стадии появляются признаки кардиогенного шока. Кардиогенный шок – это болевой шок, который развивается вследствие выраженного болевого синдрома. При аускультации мы слышим ослабленный или приглушенный первый тон на верхушке, потому что некроз и поражение сердечной мышцы ведет к тому, что выпадает мышечный компонент первого тона. Наблюдается ослабление второго тона, обусловленное снижением артериального давления в аорте. Наблюдается синусовая тахикардия. Ослабление второго тона, снижение артериального давления, потому что теряется сила сердечных сокращений. Теряется сила сердечных сокращений, сердечная называется левожелудочковая недостаточность, и ударный объем уменьшается, поэтому давление в аорте уменьшается. Наблюдается синусовая тахикардия в первые 2-3 часа от начала инфаркта миокарда. Я уже говорил, что это свидетельство выраженной активации симпатоадреналовой системы на фоне болевого стресса. Иногда у больных наблюдается брадикардия,
иногда брадикардия, выраженная, связанная с преобладанием активности парасимпатической нервной системы и угнетением автоматизма синусового узла. Если часто, это очень часто наблюдается при инфаркте миокарда сзади диафрагмальной области левого желудочка. Характерные изменения на кардиограмме. Сегмент СТ поднимается очень высоко, так называемый коронарный, и формирует так называемую дугу Парди в виде флажка такого. Это коронарный подъем зубца Т и сегмента СТ. Далее наступает третья стадия инфаркта миокарда, стадия острая, которая длится от нескольких суток до 3 недель. Острая стадия соответствует уже формированию очага некроза и возникновению резорбционно-некротического синдрома, связанного с реакцией организма на всасывание в кровь вот этих некротических масс мышечной ткани. В этот период может наблюдаться повышение температуры, в этот период может наблюдаться признаки сердечной недостаточности, вот, и в этот период начинает формироваться процесс ремоделирования стенки миокарда, вот левого желудочка или правого желудочка, связанное с нарушением функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Как правило, в острой стадии инфаркта миокарда жалобы отсутствуют. Жалобы на боль отсутствуют. Вот. Если остается боль или появляется боль, то это свидетельствует о дальнейшем распространении тромботического процесса в коронарной системе и расширении зоны ишемического поражения. Это очень неблагоприятный признак, если в третьей острой стадии появляется боль или она присутствует. Вот. Обычно появляется температура на второй-третий день до 38 градусов. Это связано с всасыванием в кровь вот этих вот продуктов некроза сердечной мышцы. Длится температура или лихорадка порядка 3-4 дней. Очень часто возникает высокий риск возникновения аритмии. Это связанное вот с поражением сердечной мышцы и проводящей системы, формирование таких пароксизмальных форм аритмии, как фибрилляция желудочков или желудочковая пароксизмальная тахикардия. Вот, очень часто синусовая тахикардия, экстрасистолия появляется. Ну и появляется сердечная недостаточность, связанная с тем, что некротизированный миокард перестает выполнять свою функцию насосную и, соответственно, развивается, ну, если это левый желудочек, то левожелудочковая недостаточность, если поражен правый желудочек, развивается правожелудочковая недостаточность, острая. Острый отек легких очень часто, почему? Потому что левый желудочек чаще повреждается, и развивается кровохарканье, развивается одышка, развиваются вот эти влажные хрипы, крепитация, о которых мы говорили ранее. При осмотре у больного в третьей стадии инфаркта миокарда можно выявить небольшое снижение уровня систолического артериального давления, появляется синусовая тахикардия и признаки сердечной недостаточности. При аускультации первый тон у больных ослаблен. Первый тон ослаблен. Значит, ослабление первого тона, я уже сказал, связано с выпадением мышечного компонента, потому что сократительная способность миокарда резко теряется. Вот. Ослабление первого тона очень часто сочетается с систолическим шумом на верхушке, проводящимся в левую подмышечную область. И на 2-4 сутки заболевания можно иногда выслушать шум трения перикарда в результате некротического воспаления. На кардиограмме характерные изменения – это маленький зубец R, наблюдается инверсия зубца T и формирование патологического глубокого зубца Q. Сегмент СТ остается выше изоэлектрической линии. Единственное, что зубец Т может
обратиться в обратную сторону, и наблюдается его инверсия. То есть он был положительный, теперь он стал отрицательный. Следующая стадия, подострая. Ну, я хочу сказать, что вот эта третья стадия, острая, очень часто может закончиться летальным исходом. То есть больной может погибнуть. Почему? Потому что наблюдается и выраженный, если это инфаркт миокарда выраженный, наблюдается выраженный некроз, резко выраженная сердечная недостаточность, и очень часто больные в этой стадии погибают. Но если мы, допустим, проводим соответствующее лечение, и некроз недостаточно, скажем так, обширный, левый желудочек еще сохраняет свою сократительную способность, больной как бы остается жить, вот, и наступает четвертая стадия инфаркта миокарда, которая длится от 1 до 3 месяцев. Стадия называется подострой. В этот период формируется соединительно-тканный рубец, вот в том месте, где произошел некроз. Некротическая ткань замещается соединительной тканью, коллагеновыми волокнами. Вот состояние больного постепенно стабилизируется. Боли у него, как правило, уже отсутствуют. Боль не должна быть в этой стадии. Если боль присутствует или появляется вновь, это очень плохо. То есть процесс ишемии продолжается. Вот. Боли должны отсутствовать в этой стадии. Ну, возникает возникновение вот этих аритмий, мы уже сказали, связанное с поражением сердечной мышцы. В этой стадии происходит уменьшение экстрасистол, уменьшение числа сердечных сокращений, восстановление как бы работы сердца, уменьшаются признаки сердечной недостаточности, постепенно исчезает одышка, тахикардия, цианоз, стабилизируется артериальное давление. При аускультации сохраняется слабость, приглушенность первого тона на верхушке. При обширном поражении могут быть признаки сердечной недостаточности. Вот. Если, допустим, сердечная мышца изначально была поражена, скажем, в ней наблюдался атеросклероз, то сердечная недостаточность может прогрессировать. Вот. Если сердечная мышца относительно сохранна, вот, и никаких там не было склеротических или дистрофических изменений, то состояние больного восстанавливается. Вот. Больной чувствует себя удовлетворительно. Вот. И, скажем так, в этой стадии может быть выписан из больницы. Ну, а если, соответственно, сердечная недостаточность у него прогрессирует, ему становится хуже, то такие больные продолжают наблюдение, лечение и наблюдение в стационарных условиях. На кардиограмме происходят изменения. Какие изменения? Сегмент СТ возвращается обратно к изоэлектрической линии. Может оставаться отрицательный зубец Т. Ну и формируется вот этот вот глубокий, вернее он уже сформировался, глубокий расширенный зубец Q. Глубокий расширенный зубец Q. Это признак рубца. Признак перенесенного инфаркта миокарда. Вот когда формируется рубец в миокарде, остается глубоким расширенный зубец Q. Ну и пятая стадия – это постинфарктный период, который длится от нескольких месяцев до нескольких лет. В этот период завершается консолидация уплотнения рубца. Вот, возможно прогрессирование сердечной недостаточности, возможно ее стабилизация, то есть не ухудшение общего состояния больного. То есть здесь уже в этот период возможно самые разные, скажем так, клинические проявления. Сердечная недостаточность может и прогрессировать, вот, может прогрессировать и стенокардия, вот, если в случае, скажем так, обширного поражения коронарных артерий, не одной ветки, а нескольких веток коронарных артерий. Поэтому эти больные подлежат наблюдению у кардиолога, эти больные подлежат диспансеризации. Вот, и, естественно, таким больным необходимо особый режим, особое медикаментозное лечение, которое направлено в первую очередь на
улучшение реологических свойств крови. Такое лечение направлено на снижение уровней холестерина, триглицеридов, вот, липопротеидов низкой плотности в крови. Ну и, естественно, таким больным в случае вот, повторных возникновений ишемических атак проводят коронарографию для того, чтобы выявить участки, скажем так, потенциального некроза и участки поражения коронарных артерий. И в этих участках в дальнейшем ставят, проводят стентирование или проводят операции по улучшению коронарного кровотока, по шунтированию вот, коронарных артерий, для того, чтобы нормализовать кровообращение в этих артериях и предотвратить повторное поражение, повторные некрозы и поражение миокарда. Значит, при аускультации в постинфарктном периоде наблюдается ослабление основных тонов сердца, могут появляться дополнительные тоны, третий или четвертый, это при развитии сердечной недостаточности, могут быть приходящие нарушения сердечного ритма, то есть различные пароксизмальные аритмии, мерцательная аритмия, различные тахикардии пароксизмальные, ну и давление может колебаться, тоже прыгать, периодически повышаться, вот. Постинфарктный период на кардиограмме характерно восстановление сегмента СТ на изоэлектрической линии. Возможно, что зубец Т остается отрицательным и выраженный глубокий зубец Q. В некоторых случаях может даже R-зубец отсутствовать, а остается только глубокий зубец Q, QS так называемый, объединенный зубец Q и S. Вот это характерно для вот таких обширных инфарктов миокарда, когда возникает большая площадь поражения. Лабораторная диагностика инфаркта миокарда, кроме диагностики электрокардиографической, проводится и лабораторная. В острой стадии наблюдается лейкоцитоз, не превышающий 12-15 на 10-9 литре лейкоцитов. Вот это связано с повышением температуры, мы уже говорили с вами. Наблюдается небольшой палочкоядерный сдвиг формулы крови влево, появление юных форм нейтрофилов и увеличение скорости оседания эритроцитов. Лабораторная диагностика основана также на выявлении маркеров некроза миокарда. К маркерам некроза миокарда относят появление белка в крови, такого как миоглобин и тропонин Т. Тропонин Т наиболее чувствительный специфический кардиомаркер. Почему? Потому что миоглобин – это белок вообще как бы мышц человека, и сердечные мышцы, и поперечно-полосатых мышц, скелетных мышц. Поэтому он для диагностики малоспецифичен. Почему? Потому что он повышается в крови при травмах, при физической нагрузке, у больных, злоупотребляющих алкоголем, при почечной недостаточности и так далее. А вот тропонин Т, он является наиболее специфичен. Есть разные виды тропонинов. И вот из этих самых наиболее чувствительным является тропонин Т. Появление и увеличение его в крови говорит о поражении именно сердечной мышцы. Ну и для диагностики острого инфаркта миокарда еще используют определение МБ-фракции креатинфосфокиназы. Вот это фермент, который находится в миокардиоцитах. И при разрушении миокардиоцитов этот фермент выходит в кровь. И выявление повышения активности его в сыворотке крови говорит о том, что происходит разрушение сердечной мышцы. Именно МБ-фракция креатинфосфокиназы. Ну и в конце я хочу привести вам несколько различных атипичных форм инфаркта миокарда, потому что по большому счету мы с вами разобрали классическую картину течения инфаркта миокарда с выраженными болями за грудиной, с повышением
с повышением, вот говорили, артериальное давление, повышением числа сердечных сокращений, нарушением ритма сердца, появлением сердечной недостаточности и так далее. Но это классическая картина течения инфаркта миокарда. Существуют еще атипические формы инфаркта миокарда, и в частности это астматический вариант, который протекает по типу приступа бронхиальной астмы с резко выраженной одышкой, цианозом. Вот в этом случае превалирует очень выраженная одышка, цианоз. Болевой синдром как таковой не выражен, или в целом в груди у человека проявляются болевые ощущения, но на первое место выходит одышка и удушье. Существует еще абдоминальный вариант течения инфаркта миокарда с болью в животе, вот в области мечевидного отростка. И в этом случае очень часто врачи делают различные, ну скажем так, диагностические манипуляции для того, чтобы выявить причину этого болевого синдрома в животе у больного, в то время как у него наблюдается просто развитие типичного инфаркта миокарда, и, вот, который протекает с болью в животе. В этом случае, в любой ситуации, запомните, пожалуйста, когда вы видите любого больного с болевым синдромом, обязательно нужно делать ему электрокардиограмму, потому что на электрокардиограмме будут характерные признаки инфаркта миокарда. Бывает аритмический вариант инфаркта миокарда, когда на первое место выходит аритмия, то есть болевого синдрома нет, одышки как таковой нет, а вот наблюдается, скажем так, приступ аритмии, резко такой начинающийся, вот, это тоже может быть, и в этом случае, очень большую нам помощь окажет снятие электрокардиограммы, вот. Бывает цереброваскулярный вариант инфаркта миокарда, когда на первое место выходят признаки нарушения мозгового кровообращения. Вот, на первое место выходят признаки мозгового кровообращения, и врач, который осматривает больного, думает о, допустим, развивающемся инсульте, в то время как у больного развивается инфаркт миокарда. Ну и следующее, последнее, пятое, атипическая форма – это бессимптомное течение инфаркта миокарда. Вот такое тоже часто встречается, когда больной на ногах переносит инфаркт миокарда, и потом в дальнейшем при плановом, скажем так, обследовании у него могут быть выявлены признаки перенесенного инфаркта миокарда в виде глубокого расширенного зубца Q и отрицательного зубца Т. Это надо тоже помнить. На этом наша лекция подошла к концу. Если есть вопросы, вы мне их, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, тогда до следующей лекции. Всего вам доброго!